Друзья, всем привет, всем ассаламу алейкум, как у вас дела? Надеюсь, у всех все хорошо, мир вашему дому. Сегодня, друзья, я решил вам показать, как делается турецкое блюдо менемен. Я хочу себе сейчас приготовить, и давно уже я не готовил, друзья. Уже как бы месяца 4, наверное, или 3 я не готовил. Или даже не помню. В общем, очень долго не готовил, долгое время. Сейчас я решил себе просто попробовать приготовить, опять же, вспомнить свое прошлое, как я готовил. Ну, не свое прошлое, имею в виду, как я в офисе готовил. И это тоже свое такое искусство. Ну, свое всегда вкуснее, друзья. Так что это. Сейчас нам надо купить что? Мы пришли в Айюзбир. Нет, не Айюзбир, а Бим. Здесь внизу есть магазин. Один Айюзбир, один Бим. Разницы нету, в любой можно зайти. Я зашел в Бим. Так. Из-за того, что никто не хочет кушать, я для себя только сделал. Возьмем два помидора. Это нахуй. Перец. Большие. Ну, я имею в виду 10 штук здесь. А здесь всего лишь 6. Ой, вот такое возьмем. Так, друзья. Поставили газ, масло, сыр, яйца. И все. Сейчас будем готовить. Все, друзья, все нарезали. И помидоры, и перец нарезали такими мелкими кусочками. И включили газ на максимальную. И ждем, пока вся вода выйдет отсюда. Испарится. Нарезали мы уже сыр. Все уже подготовлено. Сейчас все будет. Друзья, все нарезали мелкими кусочками сыр и добавили. Вообще в стандарте сыр не добавляет, менемен, но я добавил. Я делаю эксперименты. Друзья, добавили немного сливочного масла. Это на последний, получается, последний момент. Друзья, вот такой завтрак у нас получился. Вот наш новый знакомый. Привет, как дела? Меня зовут Стас, это очень вкусно получилось. Впервые пробуют менемен. Ну, я не особо умею готовить, но все же, как вкусно, да? Отлично. Все, приятного аппетита. Спасибо. Друзья, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. С вами был Эмиль Сулейман и наш канал «Русскоговорящий турок». Все, всем спасибо за внимание.